Товарищи, добро пожаловать на ТВ Джем. Мы дальше готовим с нашими зрителями. Сегодня у нас настоящее грузинское блюдо. Называется оно «Ох-ох-били» в оригинальном названии или «Чах-ох-били» в натуральном названии. Натуральном названии. Легенда про натуральное название, она какая? Когда-то очень давно один из грузинских царей охотился на подножии Кавказских гор. Они пытались стрелять фазана. Фазан по-грузински «хохоби». А так как в предгорьях Кавказа очень много теплых источников, подстреленный фазан упал в горячий источник. Ну, естественно, как только слуги подбежали, он был практически сварен. Поэтому блюдо изначально из фазана, которое мы сейчас, конечно, транспонируем через курицу, называется «чах-ох-били». А я знаю другую легенду. Был такой очень хороший любовник Били, грузинка, им готовила эту еду и всегда говорила «ох-ох-били», но как то, чтобы не догадался грузинкин муж, она придумала фазан. Что нам и надо за приготовление нашего блюда? Для приготовления нашего блюда нам нужен а-ля фазан, которого мы сегодня заменим курочкой. Нужны томаты, нужны куча зелени, лук, чеснок, перчики и наше настроение. Окей, мне чего надо помогать? Порежем лук. Сколько надо лука? Вы же чемпион, лука надо много. Ладно. Сколько это много? На килограмм мяса 2,5 головки нам хватит. Курица у нас предварительно, естественно, почищена, зачищена и помыта. Солим изначально или позже? Я думаю, что можно частично сейчас начать. Мне посолить? Да. Разрешаешь? Да, вам удобнее просто. На ты можно? Да. Молодца. Кожу с курицы снимаем или нет? Я чуть-чуть снял, потому что она была немножко жирноватая, а мы сегодня будем делать чах-ох-били лайт. Но мне включать плиту? Да, если это возможно. Оливковое масло делаем? Да, обязательно. Обязательно оливковое масло. Грузины имеют оливки? Нет, ближайшее оливочное место – это Азербайджан. Сейчас мы немного посолим лук. Да, это правильная мысль. Мы подождем, когда он начнет немножко румяниться. Да. Я за это время могу да порежем, например, немного свежих помидоров. За немножко свежести. А потом мы добавим помидоры в собственному соку. У меня сейчас такой вопрос. А у Грузии, там, где охотились ихни цара, там уже, где горячий источник воды, он с помидором и с луком? Ну, практически, да. Там ходят специально обученные люди с сумками и торбами. И забрасывают кинзу, петрушку, лук. Вы подумайте, чья версия оригинальна. Ох-ох били или фазан били. Я порезал помидор, лук у нас там нормальный. Да, теперь можно запускать курицу. Курица на луку. Да. Естественно, мы это сейчас потом немного перемешаем, чтобы курица оказалась ниже лука. Немножко корочку и сделать, да? Да, небольшую корочку. Легким движением лопаточки будем наших девочек переворачивать. И процесс тушения будет происходить непосредственно в луке. Минутки через 3-4 можно уже, в принципе, дать чеснок, чтобы он выдал всю свою ароматику. Как только птице останется минутки 3-4 до готовности, мы забрасываем наши помидоры и подготавливаем зелень для финального аккорда. А перчик? Да, все-таки мы сегодня сделаем более традиционный вариант. С семечками или без? Пополам. С половинки оставим семечки, а с половинки уберем. Уже корочка золотистая делается. Да. Можно еще один раз сотворить поворот. Скажи меня, Дима, когда добавим острый перец? Я думаю, вот сейчас вместе с чесночком добавим острый перец, потому что он уже выдаст свой аромат и будет на самом деле не такой острый. Понятно. Так, я то сейчас притащим тебе сюда, чтобы тебе было легче. Спасибо, дорогой. Только ножом. Ой, руки потом не трогай. Ничего глаза. Страшного, это дело привычки. Главное потом не брать глаза, да, это точно. Блюдо потихоньку будет приобретать кавказский вид. Кинзу здесь срезать? Да, причем кинзу это мероприятие любит много. Наступает момент, когда можно давать уже томатную основу. Я начну с сырого помидора. Или ты свежего, чтобы блюду дали свежесть. И через определенное количество секунд додадим консервированный помидор. Можно вот так рукой примять его. Зелени достаточно? Мало не бывает. И много тоже. А укроп? Чуть-чуть укропа я бы дал. Аккуратненько заливаем консервированным помидором. Ну что, Дим, зелень я порезал. О, спасибо огромное. Чеснок мне резать? Это уже на финалочку. На финалочку я буду готовить, пока ты это будешь делать. Сейчас мы это все приправляем той зеленью, которая у нас есть. Уменьшаем температуру и дадим немного потомиться в зелени.
Как только зелень немножко унесет цвет и чуть-чуть потускнеет, в принципе, это мероприятие можно будет подавать. Попробуем. Попробуем. Соль. Соль не хватает, видишь. Ну что, чеснок добавляем? Да. Мы полностью освежили наше блюдо. Ну что, плиту выключаем? Я думаю, да. Это все носим сюда. Ой, тяжело. Сейчас это все смешаем немножко, да? Чтобы оно, чеснок пало внутри, чтобы зелень, аромат дала и так дальше. Чтобы мы показали, как это все выглядит, тут мы возьмем так тарелку. Эту нам больше не надо. Возьмем кусок курицы, правильно? Так, сервируем. Потом возьмем, нальем соуса, да? Немножко накрутим, да? Добавим чуть. Сейчас оно даст аромат еще и базилик. Ох, ох, били или ти фазан чохох били, которые упадают в горячие бассейны с луком и помидором и кучем зелени. Мы приготовили. С вами были Дима, Серж. Спасибо. До свидания. Всего доброго.